Ну тут попробуй сконцентрируйся. Народная тропа, не зарастающая, круглосуточная тут, мимо нашего отеля. А из нашего окна площадь Красная видна. Не знаю, видно нет, тут бьет прожектор, туда-сюда он бьет, потом бьет вот на это вот здание, вот на эту башню. Потом мигает как молния, вот сейчас вот будет, наверное. Не мигает, но обычно он так еще это все небо окрашивает. Может ближе к ночи, ладно. Ну, вот улица, там рыночек, готовятся блинчики с банана. Пишу, покажу, как они выглядят. Не знаю, когда, правда. Там здоровенный торговый центр Цейлон, просто громаднейший. Ну, нормальные бутики там все это, Бикси магазин. Ну, вот на море мы ходим вот туда, в правую сторону. Минут 20 идти. Теперь у нас находится вроде как на второй улице, но реально где-то на третьей. Потому что тут пустырь, вот этот вот, его приходится обходить. Ну, также гул автомобилей все время здесь у нас. Днем и ночью носится. Так, в целом нормально, номер маленький. Вот номер. Такой номер шкаф. Прям с мотоцикла не слезаю, да? Видишь, не слезаю? Да. А, банана манго. Ади. Сколько отдали-то? А, еще не отдавали, да? Привет. Хай дуйду. What is your name? What is your name? Артём, держи. Манго? Манго-банан. Манго-банан. Вот масло. Такое на улице стоит, шмат. Здоровенный. За 5 лет. Поесть блинчиков этих. Долгое время хотел. Как у бабушки. Не, мы пробовали, да. А он по 30, ну, 35-30 везде. О, пахнет вкусно. Че, давай заказывай. Привет. Стоп, бат. Что, креветки возьмем? Ракушки, да? Да, я ракушки еще возьму. Я креветки. Там что-то сейчас шевельнулось, я видел. Сомик, это то, что мы ели сегодня. Да. О, это спад, да? Давай спад возьмем, попробуем. Эль, ты голодный? Может, что-нибудь это, одно? Я лучше пробовал, стейки. Вот это? Нет, это не, это кальмар. Стейки из акулы, прям вот как обычный бекон, так стейки это вообще обалденно. Не сказать, что это рыба, и не сказать, что это мясо. Это что-то среднее. Но не резиновые такие на вкус. Я раньше тоже пробовал. Если с чем-то сделать, да, на барбекю она просто очень яркая. Ну что, давай, Илья, определяйся. Я определилась. Смотри. Два. Ван. Ван. And... Что еще будем? Аскат? Аскат я не пробовал.
Ну что, и... And... One. А вот эту ракушку большую не будем, вот эту? Не хочешь? Нет, давай в другой раз, давай на следующий давай раз. Сейчас поедим, да, да. Захотим, а то сейчас не съедим. И сколько у нас получилось? 452. Окей. Шурма. А? Сложно сказать, за 20 минут вряд ли. Фреш? Будешь? Ван. Не, я, наверное, пиво-то выпил. Свежевыжатый сок. Фреш. Всего лишь 20 рублей. Пиво. А там по 25 маленьких канат, как раз то, что надо. Какой таракан подводный. Вот это креветка. Вот я вчера, наверное, такой ел, да? За 100. Может, мы погорячились, там купили? Смотри, 150, такие громадные вообще креветки. Кальмары сказали ни о чем. Я сам пробовал резиновые, то есть такой вкус. Да? А, еле, не хочу. Пиво со льдом. Нет, там настоящий. Кукуруза. 20 бат. 100 бат. Вот можно было стейк взять, чем это? Я бы не хочу это кушать уже после того, как я видел стейк. Какой прикольный рыночек. Все есть. Находится недалеко от отеля. Бат, половину, 2 грамма, наверное. 35 рублей килограмм, 70 рублей на наши деньги. Свинина. Может, мы зря пошли в первый самый палат? А почему мы там заказали? Что выбор? Да, шло. Курица. Имитация креветок. Ну, мы его взяли в кафе за 200. Вот, кстати, прикольные фрукты. Вот это рабутан называется. Вот это, да. Вот тот я не помню, но что-то мне не понравилось. Вот колючего, неудобно очищать. Смотри, муравьёв сколько. Вот этот очень прикольный тоже. Мы его брали, по-моему, да? Не, не брали. Нет, это не он. Это не вкусный, он кислый какой-то, понятно. Дуриан. Дуриан надо брать свежий. Но он очень дорогой получается, он здоровый. Морские гады. Краб, он 100 рублей, смотри. Краб. Ну так чисто, если для красоты взять просто. Смол, мангуст. Сейчас они будут тебя есть. Вот такой вот аттракцион. Ты пониже. Самые быстрые 100 бат потрачены. Слушай, реально.
Вон собачка у него там сидит. Ну тут попробуй сконцентрируйся. В общем, процедура понравилась. Все хорошо, в норме. Совсем забыл. У него есть рыбки дома, на аквариум громадный. Как правильно мыть ноги? Это вот чистая? Это нет. Нога обычного человека? Нога курильщика. Ты наш заказ. Не принесли, а сами мы принесли. Это рынок. Креветки. Такие громадные. Скат. Деле есть. И ракушки. Я еще пока ничего не пробовал. Ибо. Ибо. Ракушка вкусная? Лохматый какая-то. Как видят вообще? Это мидия. Ну вот мидия на вкус. Ну что вроде. Но креветка все равно вкуснее, думаю. Даже не думаю, уверен. Креветка, она такая. Да, да. Не ошибся в выборе. Да, вкусно. Не соленая вообще. Вкусная креветка. Надо только полить на соус. Ну, как она. Все хорошо. Сейчас пойдем встречаться с нашими. Сегодня, наверное, недолго. Арбузный шейк. Мой любимый. Очень оттеняет. Все руками, все нормально, чистенько. Арбузы, конечно, наши астраханские. Рынок замечательно находится в отеле Арита. Если надо будет найти, помогу. Что-то страшно водиться-то какая-то. Надеюсь, не из-за реки, а то завтра наша обзорная экскурсия не состоится. Вот, нарушаю все нормы санитарные. Ревизору привет. Кафе. Улочки очень узкие, много туристов, не пройти, не проехать. Помоемся. А он кукурузный, пахнет кукурузой.